Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтениях закон о введении в России наказания в виде лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о деятельности вооруженных сил Российской Федерации. Минимальное наказание за такое нарушение представляет собой штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо до 3 лет колонии. За заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, от 10 до 15 лет колонии.